Во дворе дома номер 13 на улице Егорова. Теперь тихо. Техника уехала, как только подрядчик закончил работу на этом объекте. Установил новую подсветку зданий, отремонтировал тротуары, пешеходную и проезжую части. Построить детскую и спортивную площадки из-за маленькой территории не получилось. Зато благодаря активному участию жильцов удалось уменьшить количество машин возле подъездов. Очень много обращений было, инициативная группа жителей своевременно обратилась для включения в программу. Асфальт восстановили. Очень много столбиков антипарковочных установили исключительно по требованию людей. Они сами указывали, где их поставить, чтобы машины не парковались вплотную и была свободная зона для прохода людей. На Егорова 19 ремонт пока в самом разгаре. Оттуда доносятся знакомые звуки трактора, циркулярной пилы и генератора. Со слов администрации, мурманчанам осталось потерпеть около 2 недель, прежде чем двор вернется в их полное распоряжение. Остальные 14 объектов по городу должны сдать до начала сентября. Кирилл Грабиняк, Руслан Мавлютов, ТВ-21+.